В зоне временной ответственности РМК в Карабахском регионе сепаратистами готовятся новые провокации против вооруженных сил Азербайджана. В таком случае азербайджанскими военными подразделениями будет дан жесткий ответ. Об этом говорится в публикации информационно-аналитического портала «Калибр». То, что активизация террористической деятельности в Карабахе напрямую связана с очередным переговорным раундом в Вашингтоне, сомнений не вызывает. Авторы публикации убеждены в том, что именно Москва не заинтересована в подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном, к тому же при американской поддержке. Как утверждается в статье, именно российская сторона, заботящаяся о своевременном подвозе боеприпасов и топлива на позиции террористов, подстрекает их к самоубийственным для них действиям. Ранее карабахские сепаратисты сделали провокационное заявление в адрес главы МИД Армении, в котором потребовали прекратить переговоры с азербайджанской стороной в Вашингтоне. Согласно имеющейся у «Калибра» информации, двое из пяти уничтоженных сегодня ночью в карабахском регионе Азербайджана террористов являются военнослужащими вооруженных сил Армении, а в настоящий момент РМК пытается решить вопрос эвакуации их тел в Армению. При этом армянский лидер неоднократно делал заявление о том, что вооруженные силы Армении якобы полностью выведены с территории Азербайджана. Нынешняя ситуация наглядно демонстрирует, что официальный Ереван не только финансово подпитывает незаконные вооруженные формирования квазиобразования, но и не до конца вывел своих военнослужащих с территории Азербайджана.